Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Программа о выборе спутника жизни. Сегодня Международный день спонтанного проявления доброты. Сегодня нужно быть безгранично и бескорыстно добрым ко всем. Немногие в наше время способны на такой подвиг. Устав от насущных забот, мы все чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не коснутся нас самих. И тогда мы ищем поддержку у людей, для которых помощь, милосердие и отзывчивость не просто слова, а смысл жизни. Сегодня помимо тех, кто будут бороться за сердце нашей невесты, будут и те, кто готов сделать ее жизнь чуточку счастливее. Это служба спасения из города Шахты Ирина, водитель-альтруист Олег и стекольщик-философ Александр. А невеста у нас Нейла. Давайте посмотрим. Нейла, 31 год. Квартирный вопрос разрушил ее счастливый брак. Черные маклеры стали угрожать ее семье, и вот уже 5 лет она рискует оказаться на улице. Нейла – поэт, композитор и певица, лауреат Международной литературной премии. Помогает детским домам, онкоцентрам и малообеспеченным семьям. Мечтает выступить на Евровидении. Нейла надеется, что люди откликнутся на ее беды, замолвят за нее доброе словечко, решат жилищные проблемы и помогут ее подопечным. А также ищет мужчину, который подарит ей свою любовь. Давайте встретим Нейлу. Мы вас ждем. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Очаровательная девушка. Очень эффектная, да. Здравствуйте, Нейла. С кем вы пришли? Я пришла с подругами Галина и Оксана. Очень приятно. Я, как всегда, с профессиональной свахой Розой Сибитовой и профессиональным астрологом Василисой Володиной. Что за черевички, Василис? Хочу сегодня выступить в роли доброй феи, но, наверное, об этом будет уместнее чуть позднее. Хорошо, извини, я такая нетерпеливая, но прелесть, прелесть. Настоящая. А, Нейла, вам 31 год, у вас 2 детей? Нет, у меня 1 ребенок. Сколько лет? 15. Девочка, мальчик? Мальчик. 15 лет, это да, как бы хорошо, что он уже взрослый. У тебя тоже есть дети? Да, у меня тоже сейчас, сын. Послушайте, и Евровидение, и благотворительность, и проблемы с квартирой. Вас хватит на все? Я очень активный человек. Угу. Ну тогда расскажите, что у вас там за история с квартирой? С квартирой очень сложная ситуация. Возникла в 2006 году после вступления нового закона в силу, когда стало позволительно продавать квартиру вместе с людьми. Моя мачеха продала квартиру посторонним людям, которые профессионально занимаются выживанием людей из квартиры. То есть это жилищные рейдеры, есть такое понятие сейчас. В связи с этим развалилась семья моя. Вот, то есть, потому что муж, он просто не выдержал в какой-то момент. А ребенок к тому времени уже был, когда началась эта заваруха с квартирой? Да, ребенок был. И возможно, разве с ребенком продать, да, все это? Можно, да. Скажите, а разве никакой юридической ответственности ваша мачеха не несет, что она натворила? Нет, не несет. То есть она все это сделала законно? Она все сделала законно. А жили вместе? Нет, я жила с матерью сначала, потом вот переехала уже. То есть отец жил с новой женой? Мать жила в тоже квартирка маленькая, там была прописана мать только и моя сестра. Я все время была прописана только у отца. Но не жили. Как бы, и, прописаны нет, были, но сначала, не жили. Сначала не жила, потом стала жить. А потом что... стали жить, чтобы отвоевать эту площадь? Папа, наверное, пока был жив, не позаботился, а да? А папа жив, и он подписал документы на эту продажу. А, то есть это с позволения папы все это было да. продано. То есть вы боретесь... Я когда скорее... увидела, я в шоке была. Вы боретесь за не с мачехой боретесь, а еще и с папой, с родным, который распорядился вот таким образом. Я въехала в эту квартиру по обменному ордеру с правом на площадь. Я родилась и выросла в Москве. То есть у меня в ордере сказано, что у меня есть право. Я в суде это право отстояла и за себя, и за ребенка, что я имею право пользования. Но люди, а сколько которые... вам было лет, когда отец ушел из семьи и завел новую? 2 годика у меня было. И он вот женился. Но он сразу тоже... как-то женился, mm-hmm. вот и в общем-то там у них свои дети вот появились. Mm-hmm. Ну понятно. Но это такая история, к сожалению, часто распространенная. Когда взрослые дети, не жившие с одним из родителей, претендуют на вот эту площадь. А там уже была писана своя история. И у законной жены, у второй тоже, наверное, были бы такие претензии. Ну, как вы считаете, у вас получится? Я борюсь, не знаю. А сейчас отец с мачехой где живут? У мачехи своя отдельная квартира. А они развелись?
Нет, они до сих пор живут вместе. То есть они вместе против вас. Да. Они считают, что вы не имеете права, что вы взрослая девочка, вышли замуж, родили ребенка и должны жить своей головой и выживать за счет своего мужа. Ну, по всей видимости, да. А у мужа не было никакой площади? Нет. То есть он тоже гол как сокол, вот боролся не за свою как бы площадь. Да. Ну, понятно. И в результате вы где сейчас живете? Я живу сейчас в том жиле, где я прописана, за которую я борюсь. То есть мне просто больше некуда Ребенок пойти. С вами? Да. Ой, не, ну, она борец, да, борец. Ну, в такой ситуации оказаться тяжелой. Вы работаете? Да, я занимаюсь творчеством, ну, как бы вот... Вы певица, композитор? Да. То есть это ваше образование, да? Да. Вы успели закончить, да. И у вас все получается? Все получается, как бы, но сейчас приходится как бы немножко меньше этому вниманию уделять, потому что все-таки у меня сын растет, и я должна его будущее. Но это вас кормит? Ну, периодически. Очень необходимо мужское плечо, на которое ей нужно опереться. Как вы считаете, Олег? Да. Ваше плечо. Мне всегда казалось, что благотворительностью занимаются люди, те, у которых много есть лишнее. Либо много свободного времени, либо так много любви, и так благополучно человек живет, что ему хочется этим поделиться. Вы знаете... Что можете вы дать, если у вас у самой ничего нет? Я вам хочу сказать, что благотворительность, да, счастье в глазах людей, они дают огромную силу. Я верю. Люди, понимаете, вот я нашла в этом, как вам сказать, мне это дает какое-то счастье, не знаю. Даже не надо объяснять. Что вы можете дать? Я вот я в этом... Ну, по возможности иду я там в магазин. Если я хочу поехать, допустим, в фонд, вот оказать помощь там, да, в больницу, в детскую, я куплю одну пачку памперсов там. Следующий там раз я куплю там кофточку какую-то. Ну, по мере того, как накопится вот это вот у меня такая сумочка небольшая, я приезжаю, и я понимаю, что там, понимаете, там нет здоровья у людей, у детей, там родителей. Родители просто разбиваются во все, чтобы помочь ребенку. Мне приятно это делать. Очень мечтаю сделать творческий проект помощи детишкам. Я написала пьесу, и сейчас вот ищу художника, издательство, и хочу сделать, как бы, знаете, на последней страничке, чтобы было указано, где можно сдать кровь. Ну, такой ликбез для людей, которые хотели бы, они просто не знают, как, понимаете? Вот я смотрю, конечно, скромно одета, мне кажется, тебе с ней будет скучно. Вы ищете мужчину, который будет вам помогать в чем? Творить добрые дела? Какого мужа хотите? Вы знаете, я прежде всего ищу союзника, который способен разговаривать, принимать решения сообща. Потому что даже вот воспитание детей, и то, знаете, бывает очень большой камень преткновения. У вас счастливая маленькая семья сейчас, вы и ребенок? Ну, могу сказать, что да, поскольку все-таки ребенок, и ребенку я рада. Но хватает? Вы ему додаете всего? Мне кажется, мальчику все-таки необходимо, конечно, чтобы мужчина присутствовал рядом. А мужчина придет. Вы понимаете, что мужчина эгоистичный, и я вот понимаю. Роза не даст соврать, сколько и мужчине нужно очень много времени. Ну, возможно, я буду готова пожертвовать чем-то. Ради любви я готова. А чем? Не знаю, может быть, карьерой. Ну, хороший ответ. Меня он устраивает. Олег, ей нужен такой сильный мужчина, такой, как ты, чтобы помочь ей в такой трудной ситуации. Хотя бы морально ее поддержать. В браке-то, все прекрасно это знают, объединяются не только надежды и мечты, да, но и ваши проблемы, страхи, недостатки, которые есть у каждого супруга. Мужчина для себя должен понимать, что первое, чем он будет заниматься – он будет решать проблемы, это, друзья, а не наслаждаться. А для любви место останется? А вот это уже вопрос. Ну откуда любовь-то? Ее отогреть сначала, накормить, решить все ее проблемы, только тогда она будет способна. Ну давайте будем что-то придумывать, здесь потому вот что больше... легко жениться на Анджелине Джоли с кучей детей адаптированных. А когда, ну ничего, это как должно у мужчины разорваться сердце, что-то у вас должно быть такое, чтобы он закрыл глаза на все эти проблемы и решал бы их с удовольствием? Ларис, ты знаешь, есть большое количество людей, которые ходят по кругу своих проблем, часто не находя выхода, потому что они ходят привычными одними и теми же путями. Вы, к сожалению, относитесь к тому типу людей, которые решают проблемы типично, то есть постоянно пытаясь сделать одно и то же. Я хочу сегодня вам подарить такой волшебный подарок, символический, который бы для вас начал новый путь, совсем в другую сторону. Мне кажется, что из ваших проблем выход – это действительно замужество. Постараться стать женщиной, полюбить мужчину, вызвать любовь
в нем к себе. Пускай вот эти маленькие туфельки вам принесут этот новый путь сегодня. Спасибо. Это здорово. Если вы хотите помочь нашей героине и ее подопечным, заполняйте анкету «Добрые дела» на сайте Первого канала. После рекламы мы убедимся, что мир не без добрых людей. Оставайтесь с нами. Студия Нейла. Давайте познакомимся с человеком, который увидел на сайте Первого канала вашу историю и захотел вам помочь. Ирина, 41 год. Риэлтор. Консультирует жертв незаконных операций с недвижимостью. Патронирует умственно отсталых детей. Мечтает осчастливить как можно больше людей. 20 лет назад Ирине пришлось выбирать, муж или ребенок. Сохранила дочь и ни разу не пожалела. Узнав историю Нейлы, приехала из Ростовской области и надеется решить ее проблемы с квартирой. Здравствуйте, Ириночка. С кем вы пришли? Я пришла с подругой, с коллегой. И зовут Марина. Очень приятно. Я знаю, что вы занимаетесь проблемными историями, связанными с квартирами. Да, я на сайте увидела историю Нейлы. Для нее это, конечно, как сказать, проблема. Но она разрешима, эта проблема. Посмотрите, сколько лет занимается и суды, и пересуды, и квалифицированные юристы. А ничего не двигается с места-то? Я думаю, что если у нее есть с собой пакет документов, плюс она, информация из первых уст, если есть хоть один шанс отстоять ее права вместе с ребенком, законный шанс. Она хочет ей помочь. Неужели в наше время, Люба, есть такие люди, которые действительно вот помогают? Пытаемся встать на очередь, и постоянно нам отказывают, хотя должны бы поставить. Сейчас добилось беспрецедентно, чтобы наше дело попало в правительство Москвы на рассмотрение, на комиссию. Сейчас вот ждем решения комиссии, собственно. Потому что больше деться некуда. Если на очередь ставят, то мы сразу будем претендовать, конечно, на хотя бы временное жилье. Потому что жить реально страшно. Она стала в противовес большой силы, понимаете? Или действительно в какой-то момент были совершены противоправные действия в отношении тех членов семьи, которые жили. Либо же просто у нее есть права, но они, например, минимальны в данной Ирина, ситуации. Ирина, а в вашей жизни все складывается гладко? Ну, гладких, наверное, историй даже у великих артистов, политиков тоже не бывает. В свое время стала дилемма между мужем и ребенком. Ребенок еще планируемый, но я выбрала ребенка. А муж был против, да? Муж был против. А как он аргументировал? Как объяснял, почему не хочет? Рано, денег нет, жить негде. Первый вариант избавления от ребенка, да, это молодость, это то, что неустроенность и все остальное. Первый раз я прислушалась к его мнению. Второй раз причина была то, что мы жили в абсолютно другом чужом городе. Я увезла мужа, чтобы сохранить семью на Урал. Молодец, тоже сильная женщина. Между мужем, мужем и ребенком. Выбрала ребенка, да. Да, вот так вот. А вроде почему бы жизнь вы наладилась? Посчитали, что на Урале вы можете сохранить семью? А что там происходило? Дело в том, что первую скрипку в отношениях наших по молодости, когда семья только создалась, играла его мама. А почему она была против вас? Ну, он шахтер, много зарабатывает, я студентка. Неровно. То есть она конечно подумала, что вы да, хотите устроиться мотоцикл, за счет, понимаете, за счет парня. Да? Да, четвертый курс техникума, что с медом? Ирина, а вы считаете правильным рожать от мужчины, который не хочет детей? Вы знаете, у меня в тот момент не стоял вопрос от него или от другого. Дело в том, что я до последнего сохраняла брак. Ну, все люди меняются. Вдруг бы и мой изменился, правильно? Со временем. Вдруг, сами знаете, бывает только что. Я порадовалась, вернее, поделилась радостью, что будет ребенок. Человек не воспринял это для себя как личная радость и как радость нашей семьи. Ну, в общем-то, в браке, поэтому да. Поэтому я абсолютно понимал спокойно же, человека идет отпустила, ради бога. У него своя семья, ребенку он с момента рождения, до рождения, по сегодняшний день, дочери 20 лет. Не общаете, ребенок да? Это только мой. Ты тоже сложности, понимаешь? Одна, ну, Люба не про то, она говорит, замуж ребенка вышла бы. У вас двое детей? Биологически у меня одна дочь, а фактически у меня их две. Угу. В 2000 году меня жизнь вместе с моей дочерью столкнула с девочкой из детского дома, мимо которой мы тоже не смогли пройти. Она тоже Настя, она на год младше. И вот с 2000 года есть Настя номер один и Настя номер Вы два. Вы вдвоем решали с Настей принять в Даже семью? Даже первую скрипку играл мой ребенок. Они в хороших отношениях по сей день? По сей день. У Насти номер два уже ребенок, Максимка.
Она вышла замуж? Да, в соседнем городе живет, она вышла замуж. У нее свой очаг, мой ребенок постоянно на выходные ездит туда. То есть у вас все здорово? Можно сказать, да. Смотри, какая молодец. А замуж вы больше не пробовали выходить? Знаете, в тот момент, когда рядом были нормальные, серьезные, надежные мужчины, ребенок был маленький, вот эти детские капризы, мама, дядя не нравится. То есть они, получается, брали над моим разумом вверх. А сейчас хотите замуж? Я не знаю. Вы же привыкли в одиночестве. Да, просто вот я прекрасно Нейлу понимаю. У нас, можно сказать, один практически в один история. Я прекрасно понимаю, почему она занимается благотворительностью. Почему? Потому что есть энергия, есть душевное тепло, есть куча нерастраченной любви, и вот и Нейла, понимаете? А рядом сын. Да, она там, я думаю, его холит, лелеет, там по-матерински балует. Но этого для нее мало. Вот поэтому она помогает деткам. Будет там один фонд, второй фонд, третий фонд. Есть последнее платье. Она его поносит, она его все равно отдаст, понимаете? Потому что ей надо с кем-то делиться. А мужчину не пробовали вместо фондов? Не было рядом мужчины, ради которого можно было сказать, я работаю 7 часов в день, а все остальное время у меня семья и дети. Просто когда муж, это совсем другое. Я с вами абсолютно согласна. Это другой виток жизни, это другое качество жизни. И он требует жизни. Не меньше тепла и благотворительности со стороны женского сердца. И даже большего. Такое ощущение, что мы отговариваем всех, кто хочет создать фонд или те, кто помогает. Рядом с вами будет человечек, вот ее человек, который будет понимать, почему она этим занимается, который будет разделять ее взгляды, ее убеждения. Я думаю, что он даже будет помогать ей в этом. И почему она задержалась, например, с детского фонда или там с детской больнички домой и наскоряк готовит ужин? Ну, она ее тоже поймет, потому что он будет любить. Ну, искать надо, искать. Конечно, если сидеть на одном месте, вода тоже под лежачий камень не течет. Я знаю, что у вас есть какой-то подарок, да, для Нейлы? Да. Я, зная о том, что поеду на эту программу, на встречу с вами, я связала вот этот большой, огромный шар, чтобы он вас согревал и дарил частичку моего тепла, если вам его надо будет. И также я вам предлагаю к этому шарфику мою дружбу. Спасибо. Галя, машину надо будет. Поймай машину, что делать? С ума сойти. Спасибо вам большое. Вот это благотворительность. Это все для нее? Да. Что это такое? Что это за прекрасные коробки? Какие красивые. Это все то, что добрые сердца через вас, Нейла, хотят передать тем деткам, которые в этом нуждаются. Отвезите, пожалуйста, их от чистого сердца тех людей, которые это передали. Мы это сделаем сегодня же, тем более, что представитель общества благотворительного у нас есть. Спасибо большое. Спасибо. Нейла, я тоже хочу от себя преподнести вам эти игрушки. Кто-то действительно говорят, что красота спасет мир. Но я думаю, что и доброта в большей степени это сделает. Вот эти игрушки приносили радость моим детям. Дети выросли, и я хочу, чтобы эти игрушки теперь приносили радость другим детям. Спасибо вам большое. Передайте им тепло женского материнского сердца. Спасибо большое вам. Детишки будут счастливы просто. Спасибо вам большое. Я думаю, что вы не забудете нашу Нейлу, и то, что касается проблем с квартирой, вы тоже поможете. Я чем смогу, тем помогу. Мой дом всегда для тебя открыт. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Волновалась, это ужас. Девчонки, ну я думаю, что судьбы похожи, и если есть возможность у Ирины и Нейли помочь, она поможет. И знаете, мне что понравилось? Ответ на хочет ли она замуж. Не знаю, сказала Ирина, это как-то по-честному, правда? Человек ведь один находит себя в творчестве, другой в воспитании детей, третий в любви, кто-то вот в помощи тем, кому хуже. Поэтому я даже не знаю, что пожелать. Но мне бы хотелось счастье в разном, чтобы рядом замуж был мужчина. Ну, конечно. Смысл именно, когда два человека. Все-таки должна быть первоначальная симпатия.
жениха и невесты в любом случае. В этом есть гармония. Если будет еще одна гармоничная пара, счастье будет намного больше. Василий, со звезды, что там Ирине советуют? Ну, я, к сожалению, не могу Ирине пообещать огромного счастья немедленно во всех сферах жизни. Но могу только сказать, что ближайший год ей принесет какую-то очень большую радость, связанную с дочерью. Спасибо большое. Очень хотелось бы. После рекламы наши герои попытаются не только согреть душу, но и растопить сердце нашей невесты. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Оставайтесь с нами. Необычная программа. Мы отмечаем Международный день спонтанных добрых дел. У нас в студии Нейла. Идите знакомиться с первым женихом. Удачи вам. Здравствуйте, меня зовут Олег. Здравствуйте, Олег. Я знаю, что у вас день рождения через месяц. И вы по гороскопу рыбка. Это вам. Спасибо. А это золотая рыбка для исполнения желаний. Спасибо. Давай. Мне хотелось бы и ведущим подарить. Спасибо. Какая красота. Нет? Спасибо большое. Владимир Ильич, спасибо вам большое. Очень красиво, необычно так. Смотри, какие подарки будет... подарил. Смотри, как... Молодец. Шарики, Саша, рыбу. Кто пришел вас поддержать? Это жена моего друга Ирина с дочкой Алиной. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Олег, 43 года. Частный инструктор по вождению. В прошлом бизнесмен. Любит психологическую литературу. Мечтает о дочери, которую сделает самым счастливым ребенком на свете. Первую жену Олег украл, на второй женился из благородства, а ради своей последней возлюбленной был готов остаться без гроша. Надеется, что Нейла судит о людях по их поступкам. Как вы относитесь к благотворительности? Очень хорошо, положительно. То есть, если жена будет много времени уделять не вам, а будет заниматься той самой благотворительностью, вас это не будет ни напрягать, ни раздражать, честно говорите? Не, ну это отнимает очень много времени, наверное, это деятельность. А вы сами когда-нибудь совершали вот такие поступки, не знаю, спонтанной доброты? Ну, были. Я вообще очень впечатлительный человек, и мне хочется что-то сделать для собаки, для бездомной собаки, для беспризорного ребенка или там для больного человека. Они какие-то, вот смотри, он тоже скромный, такой интеллигентный. Олег, что у вас как-то в жизни все не ладилось? 43 года, не женаты. Расскажите мне историю свою. Два брака. Первый брак – это по молодости, наверное, как все после армии. Приходят, женятся, но ошибся, наверное, ошибся. Ну, 4 месяца. Вы прожили, детей не родили? Ну, слава богу, нет. Слава богу, нет. Вышли сухими из воды. По молодости такое бывает. А потом у вас появилась женщина с двумя детьми, да? Вы влюбились? С одним ребенком. С одним? Да. Мальчик. А общий родился? Мы поженились, у нас. Это было после того, как вы не своего ребенка воспитывали какое-то время, да? Это уже было после. А второй брак был удачный? Ну, 4 года. Ну и что там произошло? Почему расстались? Ребенок родился? Я потерял работу, перестал хорошо зарабатывать и почувствовал от своей жены очень сильный холод. Кто-то появился у нее? Душевный. Да нет, я думаю, нет, просто... Я был ей неинтересен, то есть мне даже показалось, что она не любила меня. То есть пока были деньги, все было хорошо? Да, все как было только хорошо. Деньги закончились, закончилась и любовь? Ну, получилось так, что когда беременность уже подходила к своей концовке, получилось так, что где-то в час ночи, когда у нее были сильные схватки, я повез ее в роддом. А ночью роддом, и невозможно определить, там очень много дверей, и куда попасть, куда звонить в час ночи невозможно.
как бы... Вы рассеялись, да. Мужчины все теряются в этой ситуации. И она вас скрыла самыми последними словами. Такими? Я в жизни такого не слышал. Послушайте, ну, а когда женщины рожают, слава богу, что мужчина этого не слышит. Ну, не в адрес своего любимого человека, своего мужа. Ой, да что вы, послушайте, ей страшно. Она должна, если бы она родила на асфальте, я не знаю, просто это от страха. Но можно было бы как-то не обратить внимания, ну, войти в ее положение. Ну, не знаю, у меня что-то оборвалось внутри, и с этого момента я уже какой понял, вы нежный, что какой вы нежный, прямо, Олег, ну, ей-богу. Женщина. Даже самые вежливые женщины себя ведут в этой экстремальной ситуации очень по-разному. Вот просто очень. Это стресс. Олег, я понимал, что ей больно, ну, я понимал, общем, я готов после этого был... вы не могли уже... Ну, у меня что-то сломалось. Я не смотрю, он даже не зажигает ее. Очень уверенный. Неуверенный в себе. Да. На развод в суд она нарисовалась в мини-юбке, в боевой раскраске, вполне себе счастливая. И вы сделали вывод, что там у нее все хорошо, кто-то да, появился. Да, у нее все хорошо. Я видел ее влюбленные глаза, когда я понял, что у нее есть другой мужчина. Я увидел женщину с влюбленными глазами. Это совершенно другие глаза. Это не те глаза, которые на меня смотрели. Ну, вы за нее порадовались? Конечно. Просто я вижу, что он очень скромный и доказывает, что очень добрый он. Он хороший. Он не наглый, он очень добрый. Олег, смотрите, перед вами сидит Нейла с ребенком. Очень красивая. Куча здоровья. Проблем. Но она борец. Вам зачем это? Вот я тоже думаю, за меня зачем. Я просто боюсь одного, что, наверное, в жизни боюсь... То вещь, что мне может не хватить сил. Да заберите вы ее из этой квартиры. Помочь. Что вы так, что вас так зациклило на этом? Вам это не принадлежит. Это принадлежит отцу и его жене. Уже уйдите оттуда. Молодая, здоровая баба. Начните работать, заработайте себе сами на квартиру. Ушли бы коллегу. Доброго дня, мама. Пожилая мама. Посмотрите, трехкомнатная квартира. Человек истосковался по любви. Есть что ему дать. И будет помогать вам в вашей благотворительности. Тем более хорошие отношения наложились. Чтобы вы топчетесь на одном месте. Пока двери не закроются в одной истории, не откроются в другой. Ну что, возьмете, если вас к вам зайдут в комнату? Очень серьезный вопрос, откровенно говорю. А где же они будут жить? Если у него проблемы, то есть он хочет ее к себе взять, то получается должен. Мама, может быть, против? Нет, мама не будет против. Но для меня очень важно, чтобы женщина любила, а не шла по обстоятельствам. А я, между прочим, только о любви и говорю. Без любви жизнь безнравственная. Когда у женщины есть ребенок, то она не принадлежит себе, а принадлежит своему ребенку. Послушайте, у вас тоже есть ребенок, вы тоже им занимаетесь. Ну, я папа, а не мама. Я правильно понимаю, что вы хотите себе женщину без материальных и других проблем, чтобы вас точно на нее хватило, еще и лучше без детей? Детей вы собственных народите. Ну, нет, если это действительно так, нет, если это действительно вы так, имеете скажите, право конечно. На свою точку. Вы, многие мужчины приходят и говорят, хочу без детей. Я не хочу быть выглядеть хорошим. Я хочу выглядеть реальным. А реальность такова, что он не способен сегодня брать на себя те заботы и проблемы, которые есть у него. Скажите сюрприз. Спасибо. Вся работа связана с безопасностью. Ой, какая прелесть. Защитный костюм. Можно? Защитный костюм, ну попробуйте, не знаю. Молодец. Ай, молодец. Я надеюсь, это не намек на то, что мне чего-то не хватает. Вы самоочаровали. Не улетите от нас, хорошо? Да. Вы очаровательны. Это что означает? Это защитный универсальный костюм на все случаи жизни. Да, похоже на городскую сумасшедшую. Нет. Да, спасибо вам. Вы можете брать своих подружек и идти в свою комнату. Спасибо вам большое. Олег, молодец. По крайней мере, ты выглядел настоящим. Галина и Оксана. Понравился вам жених? Он очень мягкий, добрый, честный человек, но у него нет хватки. Он не волевой, он не сможет кулаком по столу ударить, сказать то, что мы сейчас пойдем и сделаем вот так. Он мягкий. А вашей подруге это нужно, чтобы был кулак? Нужно, чтобы была защита, чтобы было плечо, на которое можно опереться. Я пара, мягкий, если я мягкий, да? Я могу быть и жестким. Ну и на вам как жених? Подарок оригинальный, мне кажется, человек очень мягкий.
ранимый, мне показалось. Конечно, потому что обжегся на молоке, дует на воду. Он был влюблен в женщину с ребенком. Я так понимаю, что он много отдал душевного и тепла, и сил вот той самой женщине, которая была влюблен, и ее сыну. Увидел бы вашего мальчика, и сошлись бы они, и были бы общие какие-то интересы и темы, и все бы случилось. Мне Олег понравился. Вот. Лариса молодец. Да, правильно. Лариса умница. Я, конечно, посмотрела на Олега, про себя еще подумала. Да, хороший мужик, но не орел. Но здесь любой бы сидел бы, перестал бы быть орлом. Вы зациклились на том, что вот этот квартир-квартир, я согласна с этой, с Ларисой. И складывается у всех впечатление, что вы действительно ищете мужчин, который будет решать все ваши проблемы. Такая бедная, несчастная и так далее. Хотите, чтобы был любой мужчина рядом с вами, вы должны позиционировать. Да, проблемы есть, да, трудно. Но пытаюсь, делаю то-то, ребенок под присмотром, тут я заработала там. Но чтобы складывалось впечатление, что вы их решаете, а не пытаетесь навешивать. Мне она понравилась. Мне она такая милая. Мне кажется, что Олег, вот вы его обвинили в мягкости, проявил невиданную стойкость, честно сумев сказать, что он, например, не готов взять на себя проблемы. На мой взгляд, Олег проявил чудеса стойкости мужской, хотя сейчас вам эти слова покажутся жестокими или жесткими. Я считаю, что выразить свое мнение – это и есть самая большая сила, вот свое настоящее мнение. То, что он на нем смел настаивать, при этом оставаясь вежливым, мягким и спокойным человеком, мне это очень импонирует. Впереди у нас еще один жених и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Нелли встретиться со вторым женихом. Удачи вам. Ходите. Меня зовут Александр. Это вам. Привет. Можно вас положить? Да. Где вы пришли? Я пришел со своими друзьями. Это Люба, а это моя сестра Марина. Очень приятно. Сестра, видишь? Они даже похожи. Давайте на вас посмотрим. Александр, 50 лет. По образованию краснодеревщик. Был ювелиром, сейчас стекольщик-монтажник. Коллекционирует старые магнитофонные кассеты. Мечтает открыть свою фирму по остеклению. Первая жена Александра изменила ему, а вторая не смогла вынести его запоев. Перестал пить и надеется, что Нейла будет хранить ему верность. Вы работали ювелиром? Да. И вот к вам однажды пришла прелестница заказать крестик на теле. Правда, да. Это моя... вторая супруга. Мы так с ней познакомились, она пришла ко мне и на работу. И смотря то, что для работы требовалось как минимум недели, вы уже к вечеру были готовы. Да, вы правы, да, я к вечеру уже сделал этот заказ. Угу. Мало того, я еще второй заказ, будем так считать, подарочек, сделал. Колечко. Подарок, конечно, конечно. И она взяла незнакомому мужчине? Ну, вообще бы и нет. Ну, действительно, не конкретно если, мне подарят. Кажется, если человек дарит с любовью... Мне кажется, он очень тепло о ней вспоминает. Посмотри. В общем, закрутилось, завертелось, вы поженились, и... Да, вот. Она вам сообщила о том, что ребеночка ждет. Да, и, да. И что? Просто мне очень она понравилась, и она только закончила школу. И я решил действовать. Мы прошел ровно год, и я ей сделал предложение. И мы ровно через год, 6 марта, мы с ней познакомились, в мой день рождения, кстати. И ровно через год, опять 6 марта, опять мой день рождения, была свадьба. Как здорово. Мы расписались, жили у нее, ее звали Ольга, жили у нее 4 года, но потом почему-то, я даже, ну это некорректно обвинять во всем женщину, вы поймите правильно, это не по-мужски, обвинять во всех грехах женщину. Да, в то время, может быть, иногда пил. Ну, конечно, не в запой, не подумайте. С работы было туго, очень туго. С деньгами были проблемы. И поэтому... И самое важное, что я жил у нее. Ну, да. В квартире. Ну, и поэтому ее порядки... И дети были всегда на первом месте ее, да? Ну, в принципе, да. Потому что у нее двое детей и от разных браков. То есть у нее... Я ее взял с двумя детьми, Ольгу.
И вот мы как-то прожили, ну, я считаю, что нормально прожили, все, мы купили все в этой квартире, мы вместе все купили. То есть вы нафоршмачили там и техник, и новомодный, да, и ремонт? Да, мы все вместе, не подумайте, что и все я сделал, просто мы все вместе. Мне кажется, он все-таки, несмотря ни на что, честный. Потому что... Честный, но мне кажется, он не для нее. Кто от кого ушел? Так получилось, что я потерял работу. Сами понимаете, что кризис, он касается всех. Ну, да. И какое-то время я прихожу, мои вещи... Ну, в общем... И ключа нету от квартиры. В общем, без вас она поняла, что да. Без вас ей будет дальше жить легче. Да, жизнь. Она так решила. Она так решила, что... Сколько вы уже один? Один уже... Если честно, 10 лет. И вы сейчас не пьете, не курите, я знаю? Нет, я не пью, не курю. Пью, если честно, то только коньяк, и очень хороший, и очень редко. Очень редко. Сидим, разговариваем там с друзьями, и все. Скажите, а у вас есть жилплощадь? Если вдруг, там все этот сыр-бор будет, не будет, куда жену приведете? Ну, у меня есть квартира двухкомнатная. Сначала я хочу понять... человека. Естественно, никто же не говорит, прямо сегодня вы ее поведете. Давай, если вы правы. Прописывать я имею в виду. Мы можем жить у меня, но с пропиской пока я об этом не веду речи. Да, честно. Я же все-таки честный, порядочный. Не знаю, по крайней мере, из двух, вы правы. Олег или Александр, мне кажется, у Александра больше плюсов больше. Да. Нет, мне кажется, он просто как мужчина. Ну, интерес. Александр, а не будет вас грузить то, что Нейла так много времени будет заниматься собой, своими проблемами внутренними, благотворительностью? Это же все одного... Благотворительность – это добро. Дарить добро людям. Это бумеранг добро. Он ворачивается. Она же не ходит куда-то встречаться с подружками, постоянно там пить чай или там что-нибудь еще. Она делает добро. Она... И... Я человек такой добрый, и я всегда отношусь к людям, к таким, очень хорошо. Вы мне нравитесь. Покажите, пожалуйста, сюрприз. Спасибо. Я ее так ждал. Как мне хорошо. Как мне хорошо с тобой сейчас. Жаль, что вечер мал. Я прошу тебя, побудь со мной. Ты понять меня должна. Знаешь ты, что мне нужна. Нужна лишь ты одна, лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя. Ой, слава тебе, Господи, спасибо. Получилось. Главное, души, хорошо, что вы волнуетесь, вы же не привет. Спасибо вам, девчонки, забирайте своего брата, друга. Да, все, спасибо. Это было здорово. И вам спасибо. Получилось, да. Конечно, волновался. Ну, что поделать, слова, Я надеюсь, меня... Зато немножко публику рассмешил. Ну, ладно. Галина и Оксана. Мне красавец, правда? Мне очень понравилось, да. Интересный молодой человек. Спасибо, что мне вот... Знаешь, молодец. А вы что скажете? Интересный, импозантный. С судьбой. Мне нравятся люди, у которых судьбой. К 50 годам так много пережил. Нравятся люди, которые выживают, которые делают выводы, правильные выводы. Поддержала Лариса. Хорошо, Лариса поддержала, да. Молодец, откровенный, честный. Очень мне Александр понравился. А тебе, Роза? Мне тоже очень понравился. Более того, в старину не было слова «любовь», было слово «жалость». И это не есть плохо. Я думаю, что вы вполне можете сойтись, почему Александр вас будет жалеть и помогать, соответственно, потому что через себя пропускать многие понятия, скажем, трудности. Вы его пожалеете. В конце концов, 50 лет, отогреете мужчин, сами отогреете. Почему бы нет? Ты знаешь, она так вот, видела, глазки загорелись у нее, она с тобой потанцевала, молодец. Да, она молодец. Василиса, а тебе как, Александр? Александр достаточно упорный, очень свободолюбивый. Любит непростых женщин. И, в принципе, для него женщины всегда были определенным препятствием. Может быть, вот те сложности, которые есть у вас в жизни, будут теми препятствиями, которые он обычно себе сам создавал. Может быть, вместе вы придете к какому-то счастью, преодолев их.
Галина и Оксана, кого вы советуете? Ну, оба претендента, в принципе, хороши, оба сильные, но мне больше понравился Александр. Присоединюсь к Галине. На мой взгляд, Александр – это тот человек, с которым Нелли будет интересно пообщаться для начала, а потом, вполне возможно, будет что-то больше. Саша, ну как, понравилась тебе невеста? Девушка хорошая, мне очень понравилась. Нейла, вам как мужчины? Мне оба мужчины глубоко симпатичны в плане своих человеческих качеств. И думаю, что каждый из них мог бы стать моим другом. А как известно, самая большая любовь, она вырастает из дружбы. Нейла мне понравилась. Она очень сильный человек. Но я считаю, ей нужен более сильный мужчина. Роза. Ну, как свах скажу, взять такую невесту с таким комплектом проблем для мужчины – это смелость надо иметь. Ну, в принципе, наши сегодняшние герои, мужчины, этой смелостью обладают. Одной смелости недостаточно, еще силы нужны. Поэтому я, конечно, за Олега, он помоложе, 43, 7 лет разница – это достаточно серьезно. Я за Олега. Ну, если она меня выберет, то я выйду и поддержу ее. Вы знаете, когда мне было мало лет, девчонки-мальчишки или по зову сердца, или потому что они такие романтики, уезжали строить новую жизнь. На Целину, на БАМ, вот куда-то. Может быть, смешно сейчас звучит для этой передачи. Вот мне кажется, вы работаете вхолостую, вы силы тратите не туда. Силы, молодость, время, а жизнь проходит. Вам нужно переключиться резко вот со своих вот этих проблем квартирных. Безвыходного положения нет. Вы можете сегодня снять квартиру и работать. Чуть раньше вставать, чуть позднее ложиться. И работать на себя и на свою собственную площадь. И парень не будет расти в этих дрязгах, сутяжничестве, в бесконечных этих процессах судебных. Вот просто попытайтесь. И мне кажется, ситуация разрешится сама по себе. А по поводу мужчин, мне понравился в знаковой степени и Олег, и Александр. Но поскольку вы артистка, вы певица, мне кажется, с Александром вы будете смотреться более ярко. Поэтому Александр. Если она сюда выйдет, я с ней все-таки выйду и постараюсь в этой жизни ей помочь. Она очень добрый человек. Я как астролог в некотором смятении, потому что и Олег, и Александр по-своему вам подошли бы. Наверное, Олег – это тот мужчина, которого вы выбрали бы в свободном полете, можно так сказать. Если бы оказались вне стен студии, я думаю, что вы друг другу приглянулись бы даже. Александр – специфический мужчина. Я бы сказала, что если бы вы встретились с ним в молодые его годы, то это был бы мужчина для вас роковой. Но сейчас он уже, можно сказать, перебесился, уже все основные пороки сзади, уже он проработал их, он внутренне уже вырос. Поэтому, наверное, сейчас уже имеет смысл брать его такого готового и уже непорочного, оставив все это в прошлом. Да, Александр? Думаю, да. Слушайте свое сердце. Сегодня, Нейла, мы помогли вам хотя бы тем, что постарались привлечь внимание к вашей проблеме, но заодно еще и подыскать вам пару. Спасибо большое вам. Я знаю, что вы уже знаете, куда пойдете, поэтому вам удачи, и мы с вами. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 44. Мы не знаем, выйдет Нейла одна или с избранником. Выходите, давайте поддержим ее. Здорово. У нас есть пара, Нейла и Александр. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Спасибо, удачи вам. Спасибо.